Главе региона задавали вопросы о благоустройстве улиц, улучшении водоснабжения, строительстве новых детских площадок. Многих родителей волновал вопрос обновления школьного автопарка. Так, например, на уроки в хутор Крикун на автобусе добирается около 200 учеников. Однако состояние школьного транспорта оставляет желать лучшего. По поручению губернатора новый автобус на условиях софинансирования с краем приобретут в начале следующего года. Всего же до февраля 2018 в регионе заменят порядка 160 школьных автобусов.